Всем привет! Если в вашем смесителе маховик поворачивается не в том направлении, то это можно легко исправить, но при условии того, что в смесителе стоят буксы с керамическими вставками. Понять, какая именно стоит букса, можно и не разбирая смеситель. Кран-буксы с керамикой от открытия до закрытия требуют поворота маховика всего на 180 градусов, а кран-буксы с резиновыми манжетами для открытия или закрытия требует нескольких полных оборотов. Первое, что необходимо для манипуляции с кран-буксой, это выкрутить ее из смесителя. Не забывайте перед разборкой смесителя перекрыть в доме подачу холодной горячей воды. Именно при замене или ремонте кран-буксы многие сталкиваются со сложностями при снятии маховика. Подробнее об этой проблеме смотрите в моем другом видео, а ссылку на него вы найдете в описании. Теперь, собственно, о том, как изменить направление поворота в кран-буксе. Здесь все просто. С торца кран-буксы вынимаем резиновую манжету. Далее вынимаем верхний керамический диск. Разворачиваем его на 180 градусов и той же стороной, что и раньше, вставляем обратно в кран-буксу. После чего вставляем обратно резиновую уплотнительную манжету. Направление поворота изменено. Теперь о протечках и подкапывании. Поверхность запорных дисков буксы изначально имеет идеальное сопряжение между собой для того, чтобы между ними не просачивалась вода. Но при использовании таких кран-букс в водопроводных системах с водой, насыщенной ржавчиной и песком, износ запорных дисков происходит в ускоренном режиме, и со временем букса начинает пропускать воду. Поэтому, если вы не уверены в качестве воды, желательно устанавливать магистральные фильтры, способные защитить керамику от износа мелкими абразивными частицами, или использовать смесители с буксами старого образца с резиновыми манжетами, не реагирующие так сильно на качество воды. Теперь о неисправностях. Если вода капает из излива крана, то причины может быть две. Первая причина может быть в износе керамических пластин. Такая кран-букса однозначно идет под замену. Вторая причина течи может быть совершенно не в износе керамики, а в плохом прижатии керамических дисков резиновой манжетой. При усыхании нижней манжеты прижим керамических дисков становится слабым, поскольку прокладка становится короче, и ее не хватает для нормального поджима, вследствие чего и происходит подкапывание воды из излива смесителя. Такая кран-букса лечится заменой старой манжеты на новую. А вот если вода вытекает из-под ручки смесителя, то причины тоже может быть две. Первая – в износе уплотнительного кольца, которое установлено на штоке буксы. Такая поломка может быть устранена заменой резинового колечка на новое. Вторая причина может быть в плохой посадке самой буксы в резьбе смесителя. Лечится заменой уплотнительного кольца резьбового соединения буксы и нормальной затяжкой ее в теле смесителя. На этом все, дорогие друзья. Пусть сантехника у вас всегда будет исправной. Подписывайтесь на канал. Если ролик оказался полезен, ставьте лайки и до новых встреч!